Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова серия на проекте Amazing Holy Play. Сегодня будет интересное видео, в котором мне подарили очень классную машину, но эта машина может стать вашей, а как именно, я сейчас вам расскажу. Получается, мне Фугас Подбуль, мой подписчик, подарил машину BMW M5 F90 на красивых номерах и с хорошим тюнингом. И я решил то, что я либо ее продам, либо разыграю. Но чтобы ее разыграть, вы должны за неделю набрать на это видео 555 лайков. Я думаю, то, что у вас это может получиться, потому что мои видео смотрит как минимум 1000 человек, это стабильно. И если хотя бы половина из вас поставит лайк, то я думаю наберется 555 лайков. Набирайте 555 лайков, и я разыграю для вас эту машину. Тем более я вас прошу набрать это не за один день, а за неделю. Неделя — это очень большой срок. Даже если вы не играете на первом серваке, можете просто поставить лайк и помочь людям, которые играют на первом серваке. Либо вы просто можете потом создать новый аккаунт, я вам отдам машину, и вы сможете с ней сделать все, что угодно. Также, пацаны, кто не знал, сегодня у меня день рождения, поэтому я от вас жду поздравлений. Мне сегодня исполнилось 22 года, так что можете меня поздравить либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, либо еще где-то. Подписывайтесь на мой Инстаграм, и у вас есть шанс увидеть, как я проведу свой день рождения. Я буду сторисы снимать, буду как бы трансляцию делать, фоточки там туда-сюда. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Возможно, запущу еще стрим в Ютубе, но обещать не буду. Не забывайте то, что я играю на первом сервере Amazing Holy Play. Можете вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, следующая ситуация. Мне написал подписчик Данил, и он хочет мне подарить машину, получается BMW M5 60 с номерами 3S, 3-2, ну именные номера получается. Я еду в Арзамас, он там меня уже ждет. Но у меня нету слотов, поэтому я решил на время передать эту машину Матвею. Вот именно вот эту машину ему дам, и потом ее заберу. Я не знаю, что буду делать с бэхой, которую мне подарят. Либо ее себе оставлю, хотя она мне особо не нужна, потому что у меня есть BMW M5 60. Я либо ее себе оставлю, либо продам, либо разыграю. Короче, тут три варианта. Ну, скорее всего, я ее просто продам и деньги куда-то потрачу. В принципе, тоже можно деньги разыграть, если уже на то пошло. Кстати, когда вы это видео смотрите, у меня через день, по идее, будет день рождения. А возможно, вы в мой день рождения это видео смотрите. Сегодня с 20.06, а у меня день рождения 22.06. То есть через 2 дня. Поэтому, пацаны, жду от вас поздравлений. Там, ВКонтакте можете меня поздравлять, в Ютубе, в Инстаграме. Все информации есть в описании под видео, если вы вдруг не знаете мою социальную сеть. Блин, оказывается, это Фугас мне хочет машину подарить. Просто он мне часто подарки делал. Я, кстати, думал Е60, я не знаю почему. Он вроде Е60 писал, хотя, может, я ошибся. Но F90 это покруче будет, мне кажется. Номера, конечно, мне не особо нравятся, но, как бы, дареному коню зубы не смотрят. Поэтому забираем. Так, F90. Все, забираем. Бля, вообще по кайфу просто. Реально, блин, Фугас мне постоянно подарки делает, когда уходит. Он сказал то, что он играть не будет, и потому что у него, не знаю, лагает походу. Он реально жестко сейчас лагает, возможно, из-за этого он не будет играть. Но это реально прикольно, то, что мне такой подарок сделал. Реально просто от души. Все, я ему, в принципе, сказал благодарность. Реально, Фугас, если ты смотришь, а я надеюсь, что ты смотришь, большое тебе спасибо, реально очень хороший подарок. Ну что ж, пацаны, вот эта замечательная машина, которую мне подарили. Черная бэшечка, номера 3S3-2. Ну, симпатично, не спорю. Но я не знаю, есть ли смысл мне ее вставлять, потому что у меня есть мурка. Я, к сожалению, перепутал немножко. Я в начале видео говорил то, что мне подарят Е60, но мне подарили F90. Ну, это реально очень круто. Давайте сядем в машину. Прокатимся вообще на ней, посмотрим, что она из себя представляет. Ну, кстати, выглядит так неплохо. Черненькая такая на белых дисках. Ну, вообще реально по кайфу. Давайте Карпас посмотрим. Карпас 11. Stage 1 здесь стоит. Отвязательный развал отсутствует. Сигнализация нету. А нет, точнее, есть сигнализация, антирадар есть. Аудиосистемы нету. Целостность 94, воска 4,5. Ну, номера, кстати, здесь прикольные такие. Мне нравятся. Ну, серьезно, я не знаю, чем это связано. Вот когда я сажусь на другую BMW F90, но мне кажется, что она вообще по-другому рулится. Я не знаю, с чем это связано. Вот к мурке я как-то привык. Вот я буду ехать на такой же машине, мне будет казаться то, что она едет по-другому, и я не смогу на ней так дрифтить, как дрифтую на мурке. Я не знаю, с чем это связано реально.
Кстати, на BMW наконец-то скорость сделали нормально. Теперь она едет 226. Раньше она ехала 209, ей это было маловато. А сейчас она теперь едет 226, и это реально круто. То, что они в скорость пофиксили. Так, у нее гидравлика под СЛ есть. Ну, прикольно так смотрится. Жалко, нельзя развал на нее поставить. Я бы ее занизил, серьезно. Я бы ее занизил бы в пизду просто. Но на ней вроде бы нельзя занижение делать. Так, нитро тоже есть на ней. Ну, это хорошо, кстати, то, что и нитро есть, и гидравлика. Ну да, эта машина где-то стоит, ну, лямов 20-25, наверное. Чтобы от нитро мерцания не было. Вот, убираете каждый раз, когда в игру заходите. И все, у вас больше не будет мерцаний. Мне кажется, это очень удобно. Бля, а почему она не сохраняется, кстати? Я вот не понимаю. Оно могло бы сохраняться и было бы намного лучше. Ну что ж, вот так вот получилось видео. Я немножко эту машину переделал под себя. Решил ее сделать необычной. Диски такие стоят. Да, возможно, не колхозно, но я решил просто ее выделить, чтобы она выделялась среди других машин. Тачка реально классная, и вы можете спокойно ее себе забрать. Но вам всего лишь нужно брать 555 лайков за неделю. Как бы 22 июня, получается, этот видос выйдет в мое день рождения. Вы должны будете набрать, получается, до 29 июня. Вы должны будете набрать 555 лайков. Я считаю то, что это как бы не особо много, потому что строк, во-первых, большой, во-вторых, как бы на канале 18 тысяч подписчиков, и видосы смотрят по 1000, по 2000 человек, поэтому есть все шансы то, что вы наберете 555 лайков. Как бы эта тачка, я думаю, стоит где-то лямов 25, потому что здесь есть гидравлика, здесь есть нитро, здесь стоят номера, здесь нормальная целка 94. Как бы тачка реально огонь. Просто огонь. Я бы ее себе оставил с радостью, просто у меня есть уже M5 F90, и еще одна мне не нужна. Я бы хотел с ней номера снять, но это будет очень дорого, поэтому я этого делать не буду. Поэтому, пацаны, либо я ее продам, либо я ее разыграю между вами, но тут уже зависит от вас. Как бы продать я ее всегда успею, а вот разыграть, как бы, это уже зависит от вас. Я надеюсь, то, что вы все-таки возьмете, наберете 555 лайков, и эта машина достанется кому-то из вас. Вы, допустим, там играете на 5-м серваке, на 4-м. И вы начинаете участвовать в этом конкурсе. Выигрываете данную машину, просто заходите, получаете. Вы можете ее оставить себе кататься, вы можете ее продать, пойти в казино. Как бы вариантов много, что можно себе сделать. Но тачка реально огонь, пацаны, реально огонь. Поэтому я надеюсь, то, что вы реально сможете набрать лайки. Ну и не забывайте поздравить меня с днем рождения, потому что я снимаю это видео 21 числа уже. Концовочка я снимаю 21 числа. Начало я записывал 20 числа, а вот концовочку я уже записываю 21 числа. И завтра у меня будет день рождения. И, возможно, завтра будет стрим. Поэтому, пацаны, не ленитесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте.